Добрый день. Слышно меня? Да, слышно. Да, хорошо. Тогда будем переходить на новые технологии. А часть группы подключилась в другом, да? Никто не читает рассылку почтовую. Скажите, пожалуйста, получается, из Teams можно отключиться, да? Да, конечно. Итак, давайте посмотрим по сетевым возможностям Unix. Дело в том, что, собственно, сеть, которая в нынешнем виде под видом интернет у нас понимается, это наработки именно Unix. Были проекты DARPA, это американское агентство перспективных исследований, естественно, оборонное. Один из проектов требовал создания маршрутизируемого протокола для того, чтобы обеспечить функциональность сети в случае выхода из строя нескольких маршрутизаторов, нескольких узлов. Ну и таким образом и появился в рамках проекта BSD, нет BSD, сетевой протокол IP версии 4 и разные протоколы маршрутизации. Ну и получается, что мы сейчас используем все эти наработки. А дело в том, что когда стало понятно, что это не просто какой-то университетский или военный проект, а действительно в нем деньги, все остальные кинулись тоже делать свои сетевые стеки. И Microsoft, и IBM, и Netware. В общем, в 80-е, конец 80-х, начало 90-х это просто бум разных стеков. Но кто раньше встал, того и тапки. IP фактически стал безальтернативным протоколом. То есть, опять же, он пришел из Unix. Ну и таким образом в Unix самые базовые, самые продвинутые сетевые протоколы, сетевые возможности. Давайте попробуем послушать доклады. Ардеев Никита Евгеньевич есть? Не слышно вас. А вот так слышно? Да, вот так, да, слышно. Вот так слышно. Ага. Все, да, я готов. Да, давайте. Шарьте экран. Так, сейчас, так, как тут это все делается. Вот, научитесь за одним. Нет, это не то. А, вот демонстрация, все. Ага, так. Сейчас, одну секунду. Тут. Так, ага, все. Так, о, у вас появилось? Да, все видно. Пожалуйста, на весь экран разверните.
Да, F5, сейчас. F5. Ага. Так, сейчас. Есть. Или вот там вот справа стрелочки вверх вот в бока. Эти. Так, в бока стрелочки сейчас. Справа наверху стрелочки. Вот эти. Не, вот, да, вот. Режим презентации. Ага, все. Так, но оно все равно странно, я могу это... Странно, да. А вы окно шарите или весь экран? Я вкладку. А надо весь экран шарить. А, весь экран, да, сейчас хорошо. Так, весь экран. Угу. Доступ к аудиоустройству. Так, все, поделиться. Так, а, вот, все, теперь хорошо. Да, включите режим презентации, давайте. А вот, включен уже, по сути. Или нет? А, нет, это не режим презентации, там... Вот справа в три точки режим презентации. Угу. Все. Ага, вот так вот, да, давайте. Так, сейчас вот одну секундочку. Так. Я просто сам реферат открою, у меня там больше информации. Некоторые могут. Угу. Так, ага. Так, вот. Все, я готов. Ну, получается, сетевые возможности Linux. Это информация о докладчике. Вводная часть. Итак, Linux – это операционная система с открытым исходным кодом, которая предлагает множество возможностей для настройки управления сетевыми соединениями. Сочетание свободного ПО и гибкости Linux делает его превосходным выбором для различных сетевых задач. Объект и предмет исследования. Операционная система Linux в контексте ее применения для решения сетевых задач. Сетевые возможности Linux, включая инструменты и технологии для настройки управления сетевыми подключениями, протоколы и механизмы маршрутизации, средства обеспечения безопасности сети, различные сетевые сервисы, веб-серверы, почтовые серверы, DNS-серверы, применение Linux в облачных технологиях и сетях нового поколения. Ну, получается, цель – это продемонстрировать преимущества и возможности операционной системы Linux в сфере сетевых технологий. Ну, материалы метода – это виртуальная машина с установленным Linux для демонстрации работы сетевых инструментов. Сетевое оборудование, ну, у меня его нет, но опционально для демонстрации настройки физических подключений. И акцент на ключевых моментах и преимуществах Linux. Итак, сама презентация. Ну, первая подтема – это, грубо говоря, гибкость сетевых настроек. Итак, Linux предлагает интуитивно понятные инструменты, такие как IP и IP-конфиг, для настройки управления сетевыми интерфейсами, включая назначение IP-адресов, настройку масок подсети и управление состоянием интерфейса. На, получается, экране можно видеть картинку, на которой изображена команда IP. Вот ее синтаксис общий. Далее, получается, конфигурация сети. Файлы конфигурации сети в Linux просты для понимания и редактирования, что позволяет настраивать статистические IP-адреса, DHCP и DNS-серверы и другие параметры с высокой степенью детализации. Также Linux поддерживает различные технологии виртуализации сети, такие как LAN и VXLAN, позволяя создавать логически изолированные сети поверх физической инфраструктуры. Далее. Мощные инструменты маршрутизации и сама маршрутизация. Linux поддерживает все основные протоколы маршрутизации, включая RIP, OSPF, BGP и SIS, обеспечивая гибкость и масштабируемость для различных сетевых топологий. Вы можете настроить статистические маршруты вручную или использовать динамический протокол маршрутизации для автоматического определения оптимальных путей передачи данных. Linux позволяет создавать сложные политики маршрутизации, основанные на различных критериях, таких как источник и назначение трафика, тип сервиса или качество обслуживания.
Ну, тут на картинке представлен синтез команды IP Route, которая позволяет управлять таблицами ошибки, фаерволы и безопасность. Итак, IP Tables и NFT Tables – это стандартные инструменты для настройки фаерволов в Linux. Предлагают грандиозный уровень контроля над входящим и исходящим трафиком, позволяя создавать сложные правила фильтрации на основе портов, протоколов, IP-адресов и других параметров. Linux поддерживает различные системы обнаружения и предотвращения вторжений IDS и IPS, такие как Snort и Suricata, которые помогают выявить и блокировать подозрительную активность в сети. Linux предлагает широкий выбор инструментов для создания виртуальных частных сетей, VPN, и туннелей, обеспечивая безопасную передачу данных через незащищенные сети. А, ну вот, картинка, она немножечко съелась, но на ней, в общем, изображен принцип работы, если не ошибаюсь, это вроде NFT Tables. Да. Так, следующая тема – это сетевые сервисы, серверы и сервисы. Итак, Linux является домом для популярных веб-серверов, таких как Apache и Nginx, которые обеспечивают высокую производительность и надежность для размещения веб-сайтов и веб-приложений. Postfix и Exim – надежные и гибкие почтовые серверы для Linux, позволяют организовать эффективную систему электронной почты для вашей организации. Bint и DNS Mask – популярные DNS-серверы для Linux, обеспечивают разрешение доменных имен и управление DNS-записями. Samba и NFC – протокол для обмена файлами в Linux, позволяют организовать доступ к файлам и папкам с разных компьютеров в сети. Тут на картинке изображен работа, получается, веб-сервиса Apache. Далее. Облачные возможности. Большинство облачных платформ, таких как Amazon Web Services, Microsoft Azure и Google Cloud Platform, построены на Linux, что подчеркивает его важность в современной IT-инфраструктуре. Linux поддерживает технологии контейнеризации, такие как Docker и Kubernetes, которые упрощают развертывание и управление приложениями в облаке. Linux активно развивается в направлении поддержки сетевых технологий нового поколения, таких как Software Defined Networking, SDN, и Network Function Virtualization, NFV, которые обеспечивают большую гибкость и автоматизацию управления сетями. Сама по себе картина, которая изображена, вот, получается, на этой стадии. Ну и результаты, выводы. Linux представляет широкий спектр сетевых возможностей, что делает его идеальным выбором для различных сетевых задач. Благодаря своей гибкости, мощным инструментам и надежности, Linux создает важную платформу для развертывания сетевой инфраструктуры. На этом все. Спасибо. Что-нибудь сами поняли из того, что рассказывали? Да, в целом, да. Хорошо. Так. Будник Александра Олеговна. Отсутствует. Брыляков Никита Евгеньевич. Губайдулина Софья Романовна. Меня слышно вообще? Да, слышно. Да. Угу. Дагделен Зейнаб Раджеповна. Осина Виктория Александровна. Да, здравствуйте. Давайте. Так, сейчас.
Так, видно? Да, давайте на весь экран. Так, меня зовут Осина Виктория Александровна, группа НКБД-04-23. Я подготовила доклад на тему обзора сетевых топологий. Актуальность заключается в том, что важно знать виды и особенности сетевых топологий, чтобы наиболее эффективно применять их при создании локальных и глобальных сетей. Ну, объект исследования сетевой топологии. Цели и задачи — ознакомиться с понятием сетевых топологий, рассмотреть виды сетевых топологий и узнать о преимуществах и недостатках различных топологий. Итак, что же такое сетевая топология? Сетевая топология — это физическое расположение компьютеров и, собственно, то, как они соединены друг с другом в сети, с помощью каких устройств входит в физическую топологию. Выбор типа физической топологии зависит от нескольких факторов, например, от цены, расстояния, вопросов безопасности предполагаемой сетевой операционной системы и других. Виды топологий. Существует несколько видов сетевых топологий. Физическая описывает реальное расположение и связи между узлами сети. Логическая описывает хождение сигнала в рамках физической топологии. Информационная топология, она описывает направление потоков информации, которая передается по сети. И топология управления обменом — это принцип передачи права на пользование сетью. Также топологии бывают полносвязные. Это когда каждый компьютер непосредственно связан со всеми остальными компьютерами. И неполносвязные топологии. Это когда компьютер не напрямую связан с другими компьютерами, а могут применяться дополнительные узлы. Рассмотрим физические топологии. Шинная топология сети — это параллельное подключение устройств сети к общему кабелю, который также называется шина или магистраль. И к этому одному кабелю присоединены все компьютеры сегмента. На концах кабеля имеются заглушки, терминаторы. Без их отсутствия сигнал, передаваемый по шине, будет отражаться от концов, и тем самым сеть вообще может перестать работать. Из преимуществ такой топологии то, что это недорогой, быстрый и простой способ установки сети. Он широко используется, когда сетевая установка небольшая, простая или временная. А также это одна из пассивных топологий. То есть компьютеры на шине только прослушивают отправляемые данные и не несут ответственности за передачу данных с одного компьютера на другие. А из недостатков то, что если на шине возникнут неполадки, то из строя выйдет вся сеть. Также всякий раз, когда сетевой трафик велик или узлов слишком много, время работы сети значительно снижается. Ну и кабели имеют ограниченную длину. Далее топология звезда. Все устройства подключены к центральному серверу, который также называется концентратор или хаб. Все данные посылаются на центральный сервер, а уже потом направляются на определенные устройства. И только один компьютер может в конкретный момент времени производить посылку. Плюсы такой топологии в том, что легко устранить неполадки, настраивать и изменять топологию. А также, если вышел из строя один из компьютеров, то вся сеть целиком продолжает работать. Однако, если неполадки возникнут в центральном сервере, то уже выйдет из строя вся сеть. Ну, еще к недостаткам можно отнести, что стоимость установки такой топологии является дорогостоящей. Ну и производительность зависит от мощности хаба. Далее кольцевая топология.
Она предполагает замкнутое соединение устройств, и данные в ней двигаются по кругу. Каждый компьютер имеет равную возможность получить доступ к носителю и переслать по нему данные. Принимающая рабочая станция распознает и получает только адресованные ей сообщения. И в такой топологии используется маркерный доступ, который предоставляет станции право на использование кольца в определенном порядке. Преимущество такой топологии в том, что ее легко установить и перенастроить. Для добавления или удаления кольцевой топологии устройства необходимо переместить только два соединения. Также эта топология предлагает равный доступ ко всем компьютерам сети. Ну и в этой топологии очень легко обнаружить ошибку. А к недостаткам можно нести то, что если один из компьютеров выйдет из строя, то нарушится вся работа сети. Далее смешанная топология сети — это топология, которая объединяет две или более топологий основных. И такая топология характерна для очень крупных компаний. К преимуществам можно отнести гибкость и масштабируемость, надежность, эффективное использование ресурсов и высокую производительность. А из недостатков — сложность настройки, высокая стоимость, необходимость специальных знаний и большая вероятность ошибок. Ну, итоги. Сетевая топология — это физическое расположение компьютеров в сети относительно друг друга и способ их соединения. Существует несколько основных видов топологий. Это шина, кольцо и звезда, а все остальные топологии являются комбинацией из основных. Ну и выбор подходящей топологии зависит от различных факторов, такие как размер сети, количество устройств, организационная структура и потребности в масштабируемости и отказоустойчивости. На этом все. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Но тут нужно понимать, что, конечно, первоначально были эксперименты в рамках применения разных топологий, но на данный момент количество топологий уменьшилось. Фактически превалирующей топологией является топология звезда, или, что еще более распространено, топология peer-to-peer, то есть точка-точка. То есть полная сеть у нас звезда, но каждый компьютер подключен не ко всей сети, а только к своему сегменту, а сегмент заканчивается на коммутаторе. Вот такая вот ситуация, вполне распространенная. И остальные топологии, они или исторические, или выведены в достаточно узкий сегмент. Спасибо еще раз. Перегудов Александр. ЦОПА Эва Эдуардовна. Да, я здесь. Давайте. Я слышу. Да, вас слышно хорошо. Только у меня проблема, у меня презентация почему-то в другом формате. Сейчас я вам покажу. Она у меня вот в таком формате. Да, вы не смогли сделать презентацию. Ну, показывайте то, что есть. Хорошо. Так, у меня доклад на тему архитектуры и функционирования DNS. Актуальность современной зависимости от интернета, рост количества устройств и служб, также безопасность цифрового пространства и развитие облачных технологий. Объект исследования — это архитектура и функционирование DNS. Предмет исследования — структура DNS, процесс разрешения DNS и тип DNS-сервера. Цель – изучить архитектуру и функционирование DNS с целью понимания его ключевых компонентов, механизмов работы и актуальных аспектов современного информационного общества.
задача проанализировать структуры DNS, исследовать процессы разрешения DNS, оценить различные типы DNS-серверов. Так, ну, материалы — это научные публикации, какие-то статьи, информационные ресурсы, метод аналитический, метод сравнительный анализ. Так, что касается самого исследования, то что такое DNS? DNS или Domain Name System является ключевым элементом в структуре интернета, обеспечивая преобразование доменных имен в IP-адресам. Она решает проблему, связанную с тем, что компьютеры используют IP-адреса для общения, в то время как люди предпочитают работать с понятными доменными именами. Вот. Эта технология основана на распределенной базе данных, где информация о доменах хранится на различных DNS-серверах по всему миру. Вот. Официальное такое зарождение считается в 1983 году. Так, что касается архитектуры DNS, то она представляет собой сложную иерархическую систему, разработанную для быстрого и эффективного преобразования доменных имен в IP-адреса. Здесь я прописала и включила в презентацию основные такие компоненты. Сейчас расскажу про каждый. Корневые серверы — это такая центральная точка структуры DNS. Они отвечают на запросы о местонахождении сервера верхнего уровня. Вот. Их ограниченное количество — всего 13, и они распределены по всему миру. Далее серверы верхнего уровня не отвечают за управление доменами в своих зонах, отправляют запросы к авторитетным серверам следующего уровня. Вот. Авторитетные серверы, они управляют конкретными зонами доменов, делятся на примитивные и вторичные. Примитивные, то есть primary, вторичные и secondary. Хранят записи о доменах, ну, например, IP-адреса. Далее идут кэширующие, они распределены в сетях интернет-провайдеров и других организациях и сохраняют копии предыдущих запросов в кэше для того, чтобы ускорить будущие запросы. Вот. Резолверы — это такая часть клиентских устройств, инициирующих DNS-запросы. Они отправляют запросы к кэширующим DNS-серверам, начиная процесс разрешения. Зоны — это логические части доменного пространства, управляемые конкретными DNS-серверами. Далее ресурсные записи, они различные типы поддерживают различные виды данных. Вот. Так, протоколы, ну, что касается DNS, используют преимущественно UDP для запросов, а также TCP, когда размер ответа превышает ограничения UDP. Вот. Это, в принципе, все такое основное про архитектуру. Еще могу сказать, что она построена на такой распределенной структуре, что обеспечивает высокую эффективность, в общем, вот, и функционирование. Так, что касается самого функционирования, то его можно разделить на следующие этапы. Первое — это получение запроса пользователя. То есть, когда пользователь вводит адрес сайта в браузере, браузер отправляет DNS-запрос на резолвер. Здесь я внизу попыталась картинку прикрепить. Это что-то вот похоже на то, что происходит в тот момент. Сам резолвер — это, ну, это часть операционной системы, серверного оборудования, которое отвечает как раз-таки за обработку DNS-запросов. Он также может хранить в своем кэше недавние запросы для ускорения загрузки. Вот. Далее второй этап — это проверка локального кэша, то есть резолвер начинает работу с проверки локального кэша. Если у него уже есть запись для запрошенного доменного имени, то запрос на доступ к сайту может быть одобрен немедленно, и дополнительного обращения к другим DNS-серверам не требуется.
Вот. Но бывает вот запрос к корневым DNS-серверам, то есть если записи нет локального кэша или запись устарела, резолвер отправляет запрос к одному из корневых DNS-серверов. Вот. И они уже содержат информацию в верхнеуровневых доменных зонах и указывают, скажем так, какие DNS-серверы управляют этими зонами. Вот. Так. Также может быть запрос к авторитетным DNS-серверам, то есть когда корневой DNS-сервер направляет резолвер к авторитетным DNS-серверам для верхнеуровневой доменной зоны. Вот. Эти же авторитетные DNS-серверы могут указать резолверу на DNS-сервер для конкретного домена. Вот. Ну и далее у нас уже идет получение IP-адреса, когда Resolver DNS получает IP-адрес, соответствующий запрошенному доменному имени. Он временно кэширует эту запись, чтобы ускорить будущий запрос на открытие сайта. Но затем он возвращает IP-адрес браузеру или приложению, и они могут использовать этот IP-адрес для соединения с веб-сервером. Что касается типов DNS-серверов, про некоторые я уже сказала, когда говорила про архитектуру, так они являлись ключевыми компонентами. Но вот скажу еще про другие. Так, ну вот рекурсивные, они обрабатывают запросы от клиентов, выполняют полный процесс разрешения доменных имен. Пример таких серверов, например, OpenDNS или Google Public DNS. Так, ну, про авторитетные я уже, в принципе, сказала. Могу сказать, что примером являются такие серверы, которые управляются регистраторами доменов, кэширующие DNS-серверы. Это такие, например, как какие-то операторские сети, интернет-провайдеры. Вот. Что вот касается форвардеров DNS, они перенаправляют запросы от клиентов к другим DNS-серверам, они как посредники такие. Вот. Это DNS-серверы, которые установлены на локальных сетях. Также есть рефлекторные DNS-серверы. Они поддерживают только кэширование и не выполняют полный процесс разрешения. То есть они обслуживают только запросы на кэширование данных. Также есть такие службы DNS-защиты от фишинга и фильтрации. Они, ну, по своему названию понятно, что предотвращают доступ к вредоносным сайтам. Они какие-то, они блокируют какие-то определенные запросы. Так. И есть еще DNS-серверы с поддержкой DNS Security Extensions. Они обеспечивают проверку целостности данных DNS, ну, вот, с использованием как раз-таки DNS Security Extensions. Так. Ну, в принципе, в заключение хочется сказать, что за все свое время существования DNS прошла уже эволюция и сделала его неотъемлемой частью инфраструктуры интернета. DNS не только обеспечивает удобство для конечных пользователей, позволяя, скажем так, использовать дружественные доменные имена, но является критической составляющей для стабильности и эффективности сетевой коммуникации. Вот. С постоянным развитием технологий угроз в области безопасности DNS продолжает адаптироваться, обеспечивая эффективность, масштабируемость и безопасность сетевого пространства. На этом, в принципе, все. Спасибо за внимание. Спасибо. Тема, в принципе, важная. Нужно понимать, как работает одна из распространенных и важнейших систем интернета. По крайней мере, это та система, с которой вы достаточно часто сталкиваетесь. Черная София Витальевна. Жибицкая Евгения Дмитриевна. Да, я здесь. Здравствуйте. Да, давайте.
Так, все окно, да, нужно? Весь экран? Да. Не рассказывать все или только ту часть, которую, ну, не рассказывать? Все рассказывать. Все рассказывать и на весь экран растяните, пожалуйста. Вот так вот. Да. Я презентация посвящена обзору сетевых топологий, соответственно, в сетях Unix. Актуальность — это знание видов существующих топологий, их отличий. Они необходимы для эффективного размещения компьютеров в сетях связи и для организации работы сети, повышения ее надежности. Цели и задачи достаточно понятны. Это изучение вообще, что такое топологии, сравнение видов топологии и просвещение остальных по этой теме. Итак, сетевые топологии. Сетевые топологии — это размещение компьютеров и других устройств в сетях связи. С их помощью можно определить, как строится сеть и как между собой взаимодействуют устройства и передаются данные. Топологии разделяют на физическую, то есть то, как компьютеры располагаются в пространстве, и логическую, то, как между собой передаются данные. Что к чему относится, мы рассмотрим чуть позже, но важно отметить, что сетевая топология может быть комбинацией и физических, и логических топологий, как правило, так оно и есть. Первая топология, которую мы рассмотрим, это топология шина. Здесь подключение и обмен данными производится через общий канал связи. Преимущество — это дешевизна и простота разводки кабеля по помещениям. А недостатки — это низкая надежность, потому что при выходе из строя одного кабеля ломается вся система. И также у этой топологии достаточно низкая производительность. Это связано с тем, что в конкретный момент времени, в любой момент времени, только один компьютер может переводить данные в сеть. Вот. Также эта топология характерна именно для локальных сетей. Далее, топология звезда. Здесь каждый компьютер подключается отдельным кабелем к общему устройству, и его называют концентратор. Он находится, как правило, в центре сети. И преимущество — это намного большая надежность, в отличие от топологии шины, потому что здесь неприятности с кабелем касаются только того компьютера, к которому этот кабель присоединен. Вот. Но важно понимать, что при выходе концентратора, соответственно, из строя выходит вся система. И недостатки — это высокая стоимость из-за как раз-таки этого концентратора и ограниченность расширения, то есть сколько изначально было портов у концентратора, столько устройств максимально невозможно подключить. Далее топология кольцо. Здесь данные передаются последовательно от одной станции к другой по кругу и в одном направлении. Преимущество — это простота управления, а недостаток — это возможность отказа всей сети при сбое в канале между двумя узлами, но важно понимать, что если заранее предпринимать меры, чтобы избежать ситуации, что из-за одного узла выходит вся система, то этого недостатка можно избежать. Далее, ячеистая топология. Ячеистую топологию также называют частичной сеткой. В полной сетке, просто в сетке каждый узел соединен с каждым, а в частичной сетке или же ячеистой топологии компьютеры соединены только те, между которыми происходит интенсивный обмен данными. Обмен данными между остальными компьютерами происходит через транзитные передачи, через промежуточные узлы с помощью транзитных передач. Преимущество — это устойчивость к отказам и перегрузкам. Данная сеть, топология позволяет использовать большое количество компьютеров и поэтому популярна для глобальных сетей. И недостаток — это стоимость и, соответственно, сложность построения. Также существуют смешанные топологии. Это сети, которые состоят из различных типовых подсетей. Они соединяют в себе и плюсы, и минусы, их видов, которые входят в эту топологию. И популярные — это звездно-кольцевая и звездно-шинные соединения. Вот, на этом, в принципе, все. Вся топология имеет свои особенности, свои преимущества, недостатки. Именно поэтому их существует такое множество, и в зависимости от различных целей, задач, бюджета и различных других факторов выбираются конкретные типы сетевых топологий. Все. Спасибо. Спасибо. Действительно, когда вы
столкнетесь с разводкой сети, или, например, если у вас сеть разведена дома, то вы используете наиболее распространенную в локальных сетях топологию типа звезда. У вас стоит маршрутизатор, к нему могут подключаться напрямую хосты, или вы можете подключить к маршрутизатору коммутатор, и к коммутатору уже другие компьютеры. Так, Исупов Олег Денисович. Садовая Диана Алексеевна. Садова, я тут. Садова, ну как я мог догадаться-то? Вы болгарка? Нет, русская. Так. Видно? Да, на весь экран давайте. Хорошо. Моя тема — архитектура и организация глобальных сетей. Давайте про нее и поговорим. Информация. Масса докладчик. Как я уже сказала, я Садова Диана Алексеевна, студентка бакалавриата Российского университета дружбы народов. Здесь представлена моя почта, сайт, фотография. Идем дальше. Вводная часть. Актуальность данного доклада стоит в том, что мы разберем важность глобальной сети и узнаем о ее достоинствах и недостатках. Это поможет в дальнейшей работе. Объекты и предметы исследования. Как понятно из названия, это глобальная сеть, а также ее архитектура и организация. Цели и задачи данного доклада – это узнать, что такое глобальная сеть, научиться ее разделять между глобальной и локальной, изучить все достоинства и недостатки. Материалы и методы, которые мы будем использовать, это, конечно же, материалы на ТУИС и материалы, находящиеся в открытом доступе в сети интернет. Давайте начнем. Архитектура и организация глобальных сетей. Интернет. Современные средства телекоммуникации объединяют множество взаимосвязанных территориально распространенных и локально вычислительных сетей, представляющих собой подсеть различных организаций практически всего земного шара, единую сеть, глобальную вычислительную сеть интернет. Мы разобрали, что это. Давайте узнаем, что же такое интернет. Интернет является крупной в мире некоммерческой структурой и представляет собой объединение национальных сетей с целью достаточно быстрой доставки информации между пользователями. Дословно термин интернет означает «между сетей». Это отражает основную функцию интернет – объединение не только отдельных EVM, хост-машин, но и обеспечение связи между различными сетями в глобальном масштабе. Это можно хорошо увидеть на этой фотографии, где все у нас слилось в одно слово «интернет». Это объединение дает возможность обмена информацией между всеми EVM, находящимися в сети, подключенным к интернету. При этом не важно, в какой операционной системе вы работаете. Это может быть Windows, Linux, Unix, все что угодно. Давайте поговорим о возможностях глобальной сети. Глобальная сеть практически имеет те же возможности, что и локальная, но они расширяют область их действия. Польза от применения глобальной сети ограничена в первую очередь скоростью работы. Вспоминаем, мы должны охватить весь земной шар. Глобальная сеть работает с меньшей скоростью, чем локальная. Так, сеть предназначена для выполнения многих задач, в том числе организация совместного использования файлов для повышения целостности информации, организация совместного использования периферийных устройств и обеспечение централизованного хранения данных для облегчения их защиты и архивирования. Это можно увидеть на этой фотографии, где у нас все устройства подключены к интернет, и можно брать или класть туда нужную информацию. Характерные особенности глобальной сети. В отличие от ЛВС, характерными особенностями глобальной сети являются следующие. Неограниченный территориальный охват. Вспоминаем, мы должны охватить весь земной шар. Поэтому там, где есть интернет, можно добыть нужную информацию. Сеть объединяет EVM самых различных классов, локальные и территориальные, сети разных технологий. Для объединения различных сетей и передачи данных на большие расстояния используются оборудование, а именно аппаратура передачи данных
и активное сетевое оборудование, маршрутизаторы, шлюзы, о которых говорили уже ранее. Четвертое, технология глобальных сетей, в общем случае, произвольна. Следующее, одно из важнейших задач, решаемая при построении глобальных сетей, является организация эффективной маршрутизации передачи данных. Глобальная сеть может содержать каналы связи разных типов. Кабельная, оптическая, электрическая, в том числе телефонная, беспроводная, радио, спутниковые каналы. Имеет различия только пропускные способности. Пропускные способности. Они разнятся от нескольких килобит до сотен гигабит. Достоинство глобальной сети. Первое. Предоставление пользователям сеть неограниченный доступ к любым учительным информационным ресурсам, а также множество специальных услуг. Возможность доступа к ресурсам сети практически из любой точки мира. Возможность передачи по сети любых видеоданных, в том числе таких специфичных, как аудио и видео. Как раз наш данный урок подходит к этой возможности. Недостатками глобальной сети является то, что дополнительная задержка кадров в мостах не могут воспользоваться альтернативными путями, то есть они выбирают только один путь, остальные блокируются. Могут способствовать значительным всплескам трафика в сети, не могут предотвращать широковещательные штормы, не имеют средств для изоляции ошибочных функционирующих сегментов. Результаты данного доклада говорят о том, что мы узнали, что такое глобальная сеть, научились различать ее между локальной и глобальной, и узнали о всех ее особенностях и недостатках. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Ударение все-таки с трудом даются вам тоже. Зинченко. Да, я здесь. Да, давайте. Так, а я почему-то не могу поделиться. Почему? Ну, я выбираю весь экран, поделиться, кнопка недоступна. У вас Mac? Нет. Из какого браузера вы смотрите? Сейчас. Microsoft. У вас есть какой-нибудь Chrome? Нет. Яндекс браузера у вас нету, да? Ну что ж. Так, давайте попробуем следующего человека прослушать, если он есть. А вы поставьте другой браузер, в конце концов. Яндекс браузер поставьте и с ним все делайте. Хорошо. А, значит, Камалиева. Да, здравствуйте, я здесь. Давайте. У меня тоже нет доступа. Сейчас через другой браузер попробую. Извините, вы у меня доступ не убрали. Может, из-за этого? Я просто не знаю, его нужно убирать. Нет. А это... Ну, у вас нет доступа. Отключите доступ свой, пожалуйста. Так. У вас не стоит доступа.
лишнего. Я не знаю, как это отключить. Просто я говорю о том, что я все еще могу демонстрировать. Возможно, из-за этого ошибка. А, ну так закройте свой доступ-то. Как? Хорошо, я вас сейчас отключу полностью. Нет, не удается вас отключить. Закройте браузер, в конце концов, да? Так. Давайте Камалиева попробуем. Сейчас я перезайду тогда. Угу. Теперь получается. Так, давайте. А, нет, все равно не получается. Не знаю, почему. Сейчас будем. Я через Chrome просто тоже делаю. Да, сейчас разбираться будем. Так. А чем вы вкладкой можете поделиться или окном? А, ничем, ни окном, ни вкладкой. Да, ни весь экран. Давайте тогда Диану Алексеевну попросим выйти с собрания. Я уже и вышла, и зашла обратно. А теперь выйдите опять. Угу. Так, Лия Демировна, пробуйте. А, все равно нет. Я просто могу скриншот скинуть, что тут, ну, просто не функционирует. Вот эта кнопка. Сейчас мы попытаемся. Так. Сейчас я вас попытаюсь поднять вам. Права. Так. Так вот. Угу. Какие-то непонятные проблемы. Хм.
А вы под собой зашли, под университетским логином? Ну да, через корпоративный аккаунт. Ну, тут никаких возможностей. Вообще что-то сделать нету. Так, сейчас еще раз посмотрю. Так, попробуйте теперь. Нет, оно как серым галёво, так и галит. Так. Ну, давайте попробуйте отлогиньтесь и еще раз залогиньтесь. Хорошо. Через Яндекс тоже не работает. Ну, значит, не судьба сегодня. Я тогда вам проставлю, что вы выступили, но вот тут какая-то... А у Зинченко не изменилось ничего? Ну, давайте сейчас попробуем. Да, давайте. —
всем экраном я не могу поделиться, только вкладкой. Давайте вкладкой. Да. Видно? Давайте так, да. Угу. Вот так. У меня доклад по теме обзор сетевых топологий. Информация о докладчике. Актуальность. В мире компьютерных сетей существует множество различных топологий, способов организации соединений между устройствами, и правильный выбор и настройка топологии сети является основным фактором в обеспечении эффективной работы сети. Ниже мы рассмотрим все топологии. Целью это является узнать, что из себя представляют сетевые топологии. Всего было 10 подпунктов у меня. Что же такое сетевая топология? Сетевая топология – это физическое расположение и соединение компьютеров и других устройств в компьютерной сети. Она определяет способ организации и структуру передачи данных между устройствами. Благодаря сетевой топологии компьютеры в сети могут обмениваться информацией путем передачи данных через сетевые кабели или беспроводные средства связи. Ну, конечно же, у каждой сетевой топологии есть свои преимущества и недостатки. Всего существует 6 топологий. Это шина, звезда, кольцо, дерево, сетка и гибридная. Каждый тип топологии имеет свои особенности и применяется в различных ситуациях. Важно выбрать правильную сетевую топологию в зависимости от потребностей и требований пользователя. Сетевая топология определяет физическое и логическое расположение компьютерных узлов и связь между ними в сети. Она отображает структуру сети и определяет, как данные передаются между устройствами. Важность выбора связана с тем, что топология влияет на скорость передачи данных, надежность работы сети и общую производительность. Ну, как я уже говорила, используется несколько сетевых топологий. Например, звезда. В данной топологии все компьютеры подключены к центральному коммутатору или концентратору, и при отключении одного компьютера другие продолжают работать. Шина. Все компьютеры подключены к одной центральной шине, к которой также подключена периферия. Отказ одного компьютера или кабеля может привести к сбою всей сети. Кольцо. Каждый компьютер подключен к двум соседним. Данные передаются последовательно по кольцу. Поломка кабеля или одного компьютера может привести к сбою всей сети. Дерево. Структура напоминает иерархическое дерево с корнем и ветвями. Эта топология позволяет расширять сеть путем добавления новых компьютеров и ветвей. Сетка. Каждый компьютер подключен к нескольким соседним. Эта топология обеспечивает высокую надежность и отказоустойчивость сети. Понятие и классификация топологии. Ну, опять-таки, это все те же самые виды, о которых я говорила выше. Параметры, влияющие на выбор типа топологии. При выборе топологии сети следует учитывать ряд параметров, которые могут влиять на эффективность работы сети. Вот проведены несколько из этих параметров. Размер сети – это один из самых важных параметров при выборе типа топологии. Некоторые типы топологии могут быть более эффективными для маленьких сетей, а другие – для больших. Например, звездная топология может быть более удобна для маленьких сетей, тогда как кольцевая топология может быть лучше подходить для больших сетей. Масштабируемость. Если сеть предполагается расширять в будущем, то важно выбрать такую топологию, которая позволит легко добавлять новые узлы без значительного влияния на работу сети. Некоторые типы топологии, такие как шина и кольцо, могут быть менее масштабируемыми по сравнению с другими типами, такими как звезда или сетка. Отказоустойчивость. Если надежность работы сети является критическим фактором, то выбор топологии должен быть основан на ее отказоустойчивости. Некоторые типы, такие как звезда или дерево, предлагают более высокий уровень отказоустойчивости, поскольку имеют резервные пути для передачи данных в случае сбоев. И, конечно, стоимость. Стоимость реализации и поддержания сети также является важным фактором.
Некоторые типы топологий могут быть более затратными по сравнению с другими. Для примера, реализация сети с звездной топологией может потребовать больше оборудования, чем сети с кольцевой или шинной топологией. Учитывая все вот эти параметры, необходимо тщательно выбирать тип топологии сети, чтобы обеспечить эффективное и надежное функционирование сети. Также существуют факторы, которые следует учитывать при выборе топологии. И первым фактором является расстояние между устройствами и общий размер сети. Некоторые топологии, такие как звезда и дерево, могут ограничивать протяженность сети и требовать большего количества кабелей. В то же время сетевая топология кольцо или шина может быть более эффективной для больших сетей с большим количеством устройств. Далее важно учесть, насколько сетевая топология масштабируема и гибка. Если необходимо добавить или удалить устройство в будущем, стоит выбирать топологию, которая обеспечит легкость расширения и изменения. Некоторые топологии, такие как дерево или гибридные, могут предоставить больше возможностей для масштабирования. Далее отказоустойчивость. Некоторые топологии, такие как звезда или кольцо, могут предоставить резервные пути для передачи данных в случае отказа одного из устройств. Резервные пути могут повысить надежность сети и предотвратить возникновение сбоев в ее работе. Стоимость. Некоторые топологии могут требовать больше кабелей и оборудования, что может увеличить затраты на установку и обслуживание сети. Также следует учитывать вопросы безопасности и конфиденциальности, так как некоторые топологии, например, шина или кольцо, могут быть менее безопасными, так как данные передаются по общей линии связи. И требования приложений и тип данных. Опять-таки, некоторые топологии могут быть более подходящими для специфических приложений, таких как видеоконференции или передача больших объемов данных. Также стоит учитывать, что некоторые топологии могут ограничивать скорость передачи данных или создавать задержки. Подводя итог, при выборе оптимальной сетевой топологии необходимо учитывать все эти факторы и следует найти баланс между ними. Разберем более подробно сетевую топологию «Звезда». Сетевая топология «Звезда» — это один из основных типов сетевых топологий, который является наиболее распространенным для проводных локальных сетей. Каждый компьютер или устройство в сети имеет отдельное соединение с коммутатором. Из преимуществ данной топологии — это простота установки и конфигурации, удобство подключения новых устройств к сети, высокая производительность и надежность передачи данных, разделение нагрузки между устройствами в сети и возможность обнаружения и изоляции неисправностей. Ну, конечно, у данной топологии есть недостаток, и он заключается в том, что она зависит от работоспособности центрального коммутатора. Ну и, как я говорила выше, если он выходит из строя, то вся сеть становится недоступной. Описание и структура сетевой топологии «Звезда». Структура данной топологии представляет собой организацию соединений и взаимодействий между узлами сети. Вот. Дальше это сетевая топология «Кольцо». Это... Ну, данная топология представляет собой структуру, в которой каждое устройство подключено последовательно друг к другу, образуя замкнутый круг. В сетевой топологии кольцо используется специальное устройство, называемое центральный концентратор кольца или кольцевое центральное звено. Оно отвечает за организацию передачи данных по кольцу, контроль целостности данных и решение конфликтов. Также центральный концентратор кольца позволяет добавлять и удалять устройства из сети без прерывания работы всех остальных устройств. Из преимуществ данной топологии – это высокая надежность.
То есть если одно из устройств выходит из строя, данные все равно продолжают передаваться по кольцу. Простота добавления новых устройств и удаления старых. То есть центральный концентратор кольца позволяет легко подключать или отключать устройства без влияния на всю сеть. И также оптимальное использование пропускной способности. То есть передача данных происходит последовательно, поэтому пропускная способность сети оптимально используется. Конечно, у данной типологии есть свои недостатки, и это высокая зависимость от работы центрального концентратора. Если он выходит из строя, работа всей сети будет прервана. Ограниченное количество устройств, которые можно подключить к сети. Каждое устройство должно знать адрес следующего устройства, поэтому количество устройств ограничено количеством доступных адресов. И передача данных только в одном направлении. Это может быть неудобно в системах, где требуется прием данных из разных источников одновременно. Но сетевая топология кольцо не так широко используется с развитием более гибких и масштабируемых топологий, таких как звезда или шина. Однако она по-прежнему находит свое применение в некоторых специализированных системах и сетях. Характеристики и преимущества данной топологии. Из характеристик это иерархическая структура, то есть соединение устройств происходит по принципу иерархии с подчиненными и родительскими устройствами. Ограниченная длина кабеля, то есть длина кабеля в данной топологии ограничена и зависит от типа используемого кабеля. Далее это улучшенная пропускная способность. По сравнению с шиной, древовидная... По сравнению с шиной, она предлагает лучшую пропускную способность, поскольку данные не перегружают сеть. Ну, также это увеличенная надежность и простота управления. Из преимуществ это высокая надежность, улучшенная пропускная способность, легкое масштабирование, изоляция проблем и простота управления. Ну, из выводов мы узнали, что из себя, в общем, представляют сетевые топологии. На этом все. Спасибо. Ну, тогда завершаем на сегодня. До свидания. А надо куда-то в GitHub вот это сбрасывать, эту презентацию, или нет? Нет. Нет. Все, понятно, до свидания.